Всем привет, это канал Девайс, и в этом видео я расскажу вам о 10 самых продаваемых внешних жестких дисках и SSD-накопителях. Буду рад, если этот ролик вам понравится и поможет определиться с покупкой. Ну а вы, в свою очередь, можете поддержать нас своими лайками и комментариями. Также хочу сказать, что стоимость всех участников данного топа можно будет посмотреть на сайтах, ссылки на которые я оставлю в описании. Итак, не будем тратить время понапрасну, устраивайтесь поудобнее, а я начинаю. Одними из самых продаваемых внешних жестких дисков на рынке сейчас являются Toshiba Kenvio Basics New. Данная линейка представлена широким ассортиментом накопителей объемом от 500 ГБ до 3 ТБ. Так что каждый сможет найти подходящий вариант, исходя из своих потребностей. Из достоинств жестких дисков Toshiba Kenvio Basics New стоит отметить, что они имеют прочный корпус, оснащены датчиками ударов и поддерживают технологию Ramp Loading, за счет которой при транспортировке головка накопителя не соприкасается с диском, что существенно уменьшает риск износа и потери данных. Также стоит отметить, что эти внешние жесткие диски не требуют установки дополнительного программного обеспечения и без проблем подключаются к компьютерам с операционными системами Windows 7, 8, 8.1 и 10. А еще эти внешние жесткие диски поддерживают обратную совместимость с интерфейсом USB 2.0, поэтому их можно будет легко подключить к более старому оборудованию. Продолжают наш топ Seagate One Touch. Это компактные внешние жесткие диски и SSD-накопители, выпускаемые в нескольких расцветках и объемом от 500 ГБ до 5 ТБ. Главной особенностью линейки Seagate One Touch является очень компактный корпус и небольшой вес, поэтому такие девайсы будет удобно носить с собой в сумке или карманах одежды. Также стоит отметить быструю передачу данных без задержек и быстрое подключение к ПК на базе операционной системы Windows и к компьютерам Mac через интерфейс USB 3.0 с автоматической настройкой. А еще при покупке таких дисков от производителя предоставляется бесплатная подписка к облачным сервисам Mailio Create и Adobe Creative Cloud. Вроде бы мелочь, но приятно. Далее у нас идут вновь представители Seagate, внешние жесткие диски из серии Expansion STK-M. Для покупки доступны варианты объемом от 1 до 5 ТБ, при этом устройства являются очень компактными, поэтому их будет удобно всегда носить с собой. Также стоит отметить, что они отлично совместимы с техникой, работающей на операционных системах Mac и Windows, и обеспечивают быструю передачу данных благодаря подключению по USB 3.0. А еще эти диски имеют поддержку службы восстановления данных Rescue Data Recovery Services, так что в случае потери данных есть шанс вернуть все обратно. Продолжают наш топ Samsung T5. Это SSD-накопители, выпускаемые в версиях объемом на 250 и 500 ГБ, а также на 1 или 2 ТБ. Из особенностей Samsung T5 стоит отметить скорость передачи данных, достигающую 540 МБ в секунду, что обеспечивается за счет флеш-памяти VNAND и USB 3.1 с интерфейсом второго поколения. Также стоит отметить, что это очень компактные SSD-накопители, облаченные в прочный металлический корпус, который позволит им пережить падение с небольшой высоты. Кроме того, они предоставляют надежную защиту данных с помощью аппаратной реализации алгоритма AES-256-bit и отлично совместимы с компьютерами, работающими на операционных системах Mac и Windows. Как по мне, это отличный вариант для покупки, если нужен компактный SSD-накопитель. А что думаете вы? Напишите свое мнение в комментариях. Далее у нас идут жесткие диски Transcend StoreJet 25M3, главным достоинством которых является повышенный уровень защиты для обеспечения сохранности данных. Они имеют трехкомпонентную систему защиты, которая состоит из прорезиненного силиконового чехла, внутреннего демпфирующего подвеса накопителя и прочного жесткого корпуса, что гарантирует высокий уровень безопасности хранимой информации. В остальном эти диски тоже не разочаруют, они оснащены интерфейсами USB 3.1 Gen 1, что обеспечивает скорость передачи данных вплоть до 5 гигабит в секунду,
а также поддерживает функцию автоматического резервного копирования по одному нажатию на кнопку. Кроме того, с помощью этой же кнопки пользователь может отключить и снова подключить жесткий диск к компьютеру без необходимости его физического отсоединения от разъема. Также стоит отметить, что эти жесткие диски оснащены разъемами USB Type-A, которые выдерживают до 10 тысяч циклов подключения-отключения, гарантируя надежную защиту файлов. А благодаря поддержке программного обеспечения Transcend Elite эти диски обеспечивают хранение данных в соответствии с самыми высокими стандартами информационной безопасности. В общем и целом, при таких достоинствах неудивительно, что диски StoreJet 25M3 от Transcend пользуются повышенным спросом. Ну а узнать их стоимость, как я уже говорил, вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые оставлены в описании под роликом. Продолжают наш топ жесткие диски ADATA HD 330, которые тоже примечательны повышенным уровнем защиты от ударов и падений, обеспечивающимся благодаря амортизирующему силиконовому чехлу. Доступно несколько вариантов расцветки чехла, поэтому можно будет подобрать модель на свой вкус. Также стоит отметить, что эти жесткие диски оснащены запатентованными вибродатчиками, которые в случае ударов и падений прекращают работу устройств и возобновляют ее после того, как минует угроза. При этом пользователь может отслеживать состояние работы диска с помощью специального индикатора на корпусе. Из других особенностей ADATA HD 330 стоит отметить поддержку 256-битного шифрования и защиту данных паролем, а также поддержку подключения к игровым консолям. Поэтому такие диски можно будет использовать в качестве резервного хранилища игр. Ну а учитывая, что эти диски выпускаются объемом от 1 до 5 терабайт, хранить на них можно будет очень много файлов. Следующие герои нашего топа – компактные и легкие жесткие диски Seagate Basic, выпускаемые в версиях объемом на 1, 2, 4 и 5 терабайт, которые отлично подойдут для хранения большого количества информации. Из достоинств Seagate Basic стоит отметить быструю передачу файлов благодаря интерфейсу USB 3.0, обратную совместимость с USB 2.0, а также легкость подключения к компьютеру, так как эти диски не требуют установки дополнительного ПО и предварительной настройки. Правда, стоит учесть, что они предназначены для подключения только к компьютерам, работающим на операционных системах Windows 7, 8 и 10 версий. Продолжают наш топ SSD-накопители Samsung T7. Они примечательны очень компактными размерами и небольшим весом, что позволяет комфортно носить такие накопители даже в карманах одежды. Причем такие особенности характерны как для 500-гигабайтной версии Samsung T7, так и накопители объемом 1 или 2 терабайта. Помимо этого, данные устройства могут похвастаться высокой скоростью передачи данных вплоть до 1050 мегабайт в секунду и 256-битным шифрованием. Кроме того, эти накопители заключены в прочный корпус, защищающий их от ударов и падений, а также имеют динамическую термозащиту. Благодаря ей накопители Samsung T7 сохраняют оптимальную температуру даже при высоких скоростях обмена данными. Также стоит отметить, что они хорошо совместимы с операционными системами Windows, Mac, Android, игровыми консолями и многими другими устройствами. А еще выпускаются в различных расцветках, так что будет из чего выбрать. Далее в нашем топе самых продаваемых жестких дисков и SSD-накопителей идут Western Digital WD Elements Desktop. Повышенный спрос на них обусловлен увеличенным объемом. Производитель предлагает широкий модельный ряд таких дисков объемом от 4 до 20 терабайт, что делает их идеальным выбором в качестве удобного внешнего хранилища всех ваших важных фотографий, музыки, видео и других файлов. Также они примечательны совместимостью с интерфейсом USB 3.0 и тем, что не требует предварительной настройки при подключении к компьютеру. А еще они имеют прочный корпус, который надежно защищает их и хранимую на дисках информацию.
Завершает наш топ линейка внешних жестких дисков ADATA Dash Drive Durable HD 650, которая включает 4 модели объемом 1, 2, 4 и 5 ТБ. Отличительной чертой этих устройств является трехслойная конструкция корпуса, которая включает упругий резиновый материал, который амортизирует сильные удары, тем самым защищая устройство от повреждений. Также они примечательны высокой скоростью передачи данных благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1. А еще эти внешние жесткие диски прекрасно совместимы с Windows 10 и более ранними версиями этой операционной системы. Кроме того, они поддерживают подключение к игровым консолям, поэтому их можно будет использовать в качестве резервного хранилища для игр. На этом у меня все. Пишите в комментариях, какой внешний жесткий диск вы бы купили себе, и ставьте лайк, если вам понравился данный топ. Ну а чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на канале Device, не забывайте подписываться и жать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!